каждый день, ну, практически каждый, она предлагала мне выпить, приходила с бутылочкой, и на что я отказывалась. Ну, видимо, ее это не остановило, она нашла других собутыльников. Но сейчас даже не об ее алкоголизме поговорим. Я хочу рассказать, как Юля Белая отдыхает. Мы пошли в одно караоке, очень известное, на Арбате, и весь клуб видел, как она просто подходила к каждому мужчине, приставала, я ее оттаскивала. Вот честно, я за тот вечер устала ее оттаскивать то от одного, то от другого. Она терлась просто со всеми. Если мне надо будет, я найду эту видеозапись, потому что мы стояли на втором этаже, и там очень хороший был обзор, там прям камера на нас. Там, возможно, нас даже кто-то снял на камеру. Вот, пожалуйста, если это видео всплывет, вы все узнаете, какая она просто. И я это все покрывала, знаете, ее такое ше поведение. И она еще меня сейчас пытается на меня что-то нагадать.